Всем привет! Сегодня компания «Лига» отмечает свое десятилетие. В лофте соберутся лучшие из лучших для того, чтобы поздравить друг друга с этим событием. Ну, а мы попросили наших участников, наших гостей поздравить компанию одним словом. Посмотрим, как это у них получится. Удачи! Прорыва! Мощности! Гармонии! Логистики! Уважения! Желаю компании «Лига» развития, роста и всего самого лучшего. Одно слово. Развитие. Четко. Умеете, могете просто. Вверх. Это очень смешно. Надо подумать. Я обратился к потокам моего сознания и, четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. Долголетие. Развитие. Что? Опять? 350 очков. Буква. Такой буквы нет. Веселости. Ну хорошо. Ну хорошо. Богатство и процветание. Побольше адекватных, хороших, качественных клиентов и проектов. Ладно. Крупных проектов. Здоровья, счастья же не пожелаешь. Ну вот. Клиентов, крупных проектов. Все? Много денег, побольше денег. Денег. И на том спасибо. С праздником. А что, так можно было, что ли? А можно двумя? Только одно. Желаю поменьше ленивых менеджеров. Побольше организованности. Остановитесь! Друзья, хороших, нас, крупных, жирных заказчиков. И чтобы каждый проект сдавался на ура, вовремя и четко. Вот это история. Вот это история. А, не, а реально прям одним, что ли? Да. Пока мы ждем всех, пока мы ждем официально организованности. Ладно, неплохо. Я уверена, что все слова уже были. Креативности. Блестящ. Величие. А что сказать-то? Одно слово. Какое? Я же не знаю, какое говорили. Огласите весь список, пожалуйста. Ага. Бам-бам-бам. Ты индеец, я балдю. Бам-бам. Вы можете как-то? Да вы пока не снимайте, что. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай на. Снабжение. Да! Бабла. Я Лига, мое второе имя сборы.